Если тебе нечем заняться. Если ты хочешь потратить 10 минут. Есть желание подеградировать. Но не парься, родители тебя точно не поймут. Ты попал в нужное место. Два дебила и маски в Снэпчат. Ставь лайк и оформляй подписку честную. Ну, а мы будем дальше херней страдать. Короче, два деграданта решили снять новые маски, которые вышли в Снэпчате. Очень-очень актуально. Очень интересно. Ну, знаю, все это снимают, поэтому мы решили. И мы туда же. Да, мы туда же. Я просто хочу бабой побыть. А Катя... Не хочу мужиком побыть, он меня заставил просто. Это прям, знаешь, когда я твой борщик поем, то у меня вот такие эмоции. Катя, налей еще одну кастрюлю. А это я, когда ты мне сделаешь чай, я такая... Никогда больше в жизни чай делать не буду. Такие глазки, такой типа... Ты похож на какого-то дальнобойщика. Не, прям Ашот. Не Ашот. Ты дебила, не Ашот. Подожди, ну мне реально кажется, я так буду выглядеть лет через никогда. Никогда ты так не будешь выглядеть, потому что слишком для тебя красиво. Слишком. Чересчур красиво. В смысле чересчур? Я так выгляжу. Вот сравни, что так, что... Ну сейчас мы сразу... Иди сюда! Сейчас ты станешь бабой! А я что-то изменилось? Фу, ну я, по-моему, симпатичней. Не, ну тут, да, тут как будто ты пельмени объелась. Фу, какой кошмар! Мальчики, вы хотите... А мне... Подожди, мальчики. Какие мальчики? Которые на меня сейчас смотрят. Похож на Лену Иванову какую-то из 3-го Б просто. Я не Лена. Ну смотри! Да Лена же, ну я Лена. Я бы сама себе дала. Да я мужика сделаю. Ты знаешь, подожди. Ты похожа на этого актера из «Мумии», который... Смотрела «Мумию» когда-то? Не смотрела «Мумию». Нет. Слушай, я даже не знаю, с кем тебя сравнить. Ну прям реально вылитый какой-то актер. Так, Эдуард, вы мне сегодня будете готовить обед или ужин? Я жду. Может, тебе чебуреки пожарить? Да я красивая! Но таких, как ты, дофига. У меня такая, как я, только одна. Отстой, давай дальше. Ну это типичные мы в обычной жизни, каждый день. Чё за фигня? Дай. Подожди. Кать! Я в туалете, здесь стиральной бумаги нет, принеси, пожалуйста. Кать! Я здесь. Я не была такой в детстве. Ты смотри, Кать, ты красивая. Пикачу! Ещё раз. Капи! Вот стой, не умеешь. Слушай! Так, все, подожди, а здесь что? У меня одна бровь. Дай мне. Одни усы. Все, усы под носом. У меня. Ну да, у меня усы под носом, прикинь. А у тебя где? У меня нет усов. Это я, когда слышу запах. Сырников Катюхи на кухне. Вот. Это я, когда готовлю сырники просто. А где ты зубы потерял? Ой, меня что-то сплющило. Господи, с кем я встречаюсь? Баба Яга. Но я в хоккей просто играю. Ага. И шайбы прилетают каждый день. Конечно. Какой-то отстой просто. Не нравится ни одна маска здесь. Мне вот это нравится. Косей бессмертный. А вы верите? Смерть. Давайте проверим в прямом эфире сейчас, работает ли смерть. Кого? А, это что такое? Работает! Ты видел, меня сейчас сплю, приплющило, заплющило. Ну,
Ну это такое. Ну конечно, так всегда выглядишь, в принципе, каждое утро. Логично. Кого? А я. Я зайка. Пуписяйка. О, так ты выглядишь, как, в принципе, тоже каждый. Сегодня мы начинаем выживание бомжа в России. Собираем бутылки, цепляем тёлочек, тёлочка. Иди сюда. Рука в бороде. Как выглядит баба-бомж? Баба-бомж выглядит... Выживание бабы-бомжа в Майнкрафте. О, новый сезон выживания бабы-бомжа. Ну-ка, пока. Ну! Подождите. Ну, 1 000 000 просмотров за сутки обеспечены 100%, вот. Это ты когда? Это я когда, если возвращаться к сырникам? А это я когда-никогда. Я поняла, короче, это ты, когда записываешь ролики наперед, когда куда-нибудь уезжаешь. Примерно вот так ты выглядишь на последний день перед отъездом. Когда я еду на какое-то мероприятие, чтобы встретиться с подписчиками, вот реально, когда я не сплю уже трое суток, потом такой, прихожу на мероприятие, и подписчики со мной фоткаются, я выгляжу примерно вот так на фотках. И ты такой, как делишки-ребятишки. Да нормально, ну фоткай быстрее, пока я не умер. Где тут лаунжи, кофе, бар для блогеров, зона, помогите. А так я себя чувствую, когда мне подписчики в комментах пишут: Эдисон, побрейся. А это когда я побрился. Ну примерно я вот так выгляжу. Ха, как делишки, мальчики. Ну чё ты, каждый раз будет смешно, когда я буду говорить, как делишки, мальчики. Как делишки, мальчики. Мальчишки. Как... То всегда было, как делишки, ребятишки, сейчас буду всегда говорить, как делишки, мальчишки. Блин, ты похож на моего директора Леночку, ну, серьезно, на бывшей работе. Была прям директор Леночка. Ну, я какая-то Василиса. Ну, ты какая-то реально Василиса. Почему меня колебало больше, чем... Да. Чем все тело вместе взятое. Слушай, ты мне таким не нравишься. Я бы с тобой не замутилась, если бы ты вот такого встретила тебя. Не становись таким. Конечно, я не буду становиться таким. Зачем? Ты будешь каким становиться? Я в жизни... Я в жизни еще брутальнее, чем тот. Нет. Катя? Да? Завтра сделаешь мне борщ? Конечно. Просто фишка в том, что я ни разу борщ не делала, в принципе, за все эти... Кстати, да. ...года жизни. А блинчики, а сырники? Это не борщ! В общем, мальчики, мы будем заканчивать на этом. Мне пора. Просто 10 минут деграданства, дегродства, дебильничества и все как бы. Не ищите в этом смысл, пожалуйста. Не надо. Ищите, мальчики, ищите. Смысла здесь предостаточно. Я просто микрофон погладил. Страшно, вырубаем. Все, вырубаем. Ну, я даже не знаю, на самом деле, стоит ли реально просить лайки или нет, потому что это было, ну, деграданство, деградирующее деграданство. Но в любом случае подписаться на канал нужно, чтобы не пропускать и мои ролики, и Катины ролики, и наши совместные ролики. Как я сказала, дегенератор идей. Да, мы дегенераторы идей. А еще, пока не забыл, пока у меня запись на телефоне включена, у меня в Инстаграме проходит сейчас небольшой такой конкурс. Первые 100 человек, которые зайдут в мой профиль, выполнят 3 простых условия, подпишутся на него, поставят лайк на мою последнюю фоточку и напишут под ней комментарий, получат от меня лайк в ответ. Поэтому спеши, ссылочка на мой Инстаграм есть в описании, также ник на экране. Все очень просто. А мы тебе говорим огромное спасибо за просмотр. Я даже не знаю, понравился ли этот ролик. Потом почитаем потом комментарии. Потом почитаем комментарии. Хотите вы иногда больше такого дегенеративного искусства, да. Спасибо всем еще раз огромное за просмотр. Всем удачи и всем... Пикачу. Пока. Пикачу. Пока. Пикачу. Пока. Пикачу. Пока. Пикачу. Пока. Пикачу. Пока. Пикачу. А вы верите? Смерть. Пикачу. 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 Пикачу.
Хоу.